Вам повезло, Пауро. Конечно, ни одну поездку на поезде обыкновенно не назовешь, но в честь того, что Восточному экспрессу исполняется 140 лет, на этот раз локомотив заменили на великолепный Пасифик. Вот и он, Пауро, самый знаменитый поезд в истории. Смотрю на него, и слезы наворачиваются от гордости. Просадиться в поезд, друг мой, за мной. Проводник компании, Пьер Мишель, покажет вам ваше купе. Видите, Бук. Так, он был создан французской компанией в 1922 году. Ребят, всех приветствую на прохождении второй части. Так, он мог разняться до 130 км в час. Вам понравится, вот видите. Да, пока весь мы не начали, хотел поговорить с вами, кажется, про активность на канале. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Я понимаю, что это сложно, там пальчиком по телефону тыркнуть. Ну, либо написать пару слов. Но не ленитесь. Чем больше вы это делаете, тем быстрее развивается канал, и тем лучше будут становиться игры, стримы, ну и так далее. Так что давайте немножечко, как говорится, поднажмем. Поставь обязательно лайкос и напиши комментарий. Может даже пару смайликов отправить, я в принципе не против. Так, давайте смотреть. Багаж уложен неверно. Так и хочется его переложить. Ладно. Не будем пока трогать. Добрый вечер, месье. У вас купе номер 202. Однако, боюсь, все остальные места заняты. Заняты? Как такое может быть? Самому не верится, месье. Похоже, сегодня все решили отправиться в путешествие. И все же вам придется найти место для этого джентльмена. Я могу применить умение наблюдать, пока мне подыскивает место. Он мой друг, так что может отдать ему купе 201. Оно занято. Я же говорил. Так, что нужно делать? Ага, приблизить. Так, дорогая, на паровагон. Я знаю. Я слышал про болезнь полетов, но никто не боится поездов. Теперь надо мы смеешься. Что ты, любимая? Скоро нашу купе подготовит, и мы сядем в вагон. Так, хорошо. Ага, кто-то прячется. Это молодая женщина из отеля. Она снова наблюдает за пожилым пассажиром и его приятелем. Но не хочет, чтобы ее заметили. Хорошо. Так, что еще есть? Бонжур. Все вещи в поезд готовы? Да. Сейчас его снова дезинфицируют, как вы просили. А еще звонили индейцы. Сделка состоится, как вы предполагали. Я не сомневался, Гектор. Больше никто не звонил? Из Женевы? Нет, сэр. От кого вы ждали звонка? Это тебя не касается. Проверь наши билеты. Сядем в поезд только когда все будет готово. Так, приятный молодой человек. А вот тот, что постарше, производит совсем другое впечатление. Так. Угу. Кто тут еще есть? Мэри? Нет, не сейчас. Когда все закончится, когда все останется позади, тогда. Так, кто у нас еще остался с вами? Ага. Зачем тебе столько лобстеров для моего фирменного блюда на второй вечер, дорогая Фрея? Если омар а-ля море не будет свежим, пассажиры сразу это поймут. Нам не хватит места для моих десертов. Сегодня должен быть шоколадный торт, а завтра мое фирменное блюдо. Мне это не касается, до десерта все равно никто не доберется. Так, подаем моров сегодня. В первый вечер пассажиры должны есть цыпленка а-ля мори. Он лучший. Так, ты правда жуткий гейс, каким тебя все считают. И не без причин. Я локомотив, а ты всего лишь тормозной вагон. Я не знаю, что тут со звуками. Поро, мне очень стыдно. Может, это все из-за 40-летия, но такого наплыва пассажира я не ожидал.
Жир, не знаю, что тут со звуками, но что-то какие-то странные. То есть, то тихо, то громко, то тихо, то громко. Что мне нужно сделать? Мне нужно посмотреть на разговоры пассажиров, да? Так, какую роль играет этот молодой человек по отношению к своему пожилому спутнику? Секретарь, клиент, начальник. А кто из них молодой? В свитере, типа, в желтом? Так, секретарь. Чего опасается эта женщина? Качество услуг в поезде, ехать на поезде, других пассажиров ехать на поезде. Ну да, 200 часов провести у этого мастера. Она не боится. Что чувствует эта женщина? Счастлива, она удивлена, она беспокоится. Так, два шеф-повара. Какова причина их разногласия? Тесное купе. Готовка в движущем поезде. Место в холодильнике. Так, за кем наблюдала эта женщина? Что-то мне кажется, что за вот этими вот двумя мужчинами. Я снова прав, как обычно. Да, возможно, я буду не успевать читать диалоги. Так что сразу, как говорится, excuse me. Так, Пуаро, мы нашли решение. Один пассажир опаздывает. Некий англичанин по фамилии Харрис. Харрис? Это хороший знак. Поезд скоро отправится, не будем же мы ждать мистера Харриса. Как месье будет угодно, ваш багаж уже отнесли в купе. К сожалению, с вами едет еще один пассажир. Нет, это всего на одну ночь, другого выхода нету. Я справлюсь, друг мой. Месье Бук, в холодильнике недостаточное место для моих ингредиентов. Как такое возможно? У него чересчур сложные рецепты. Нужно что-нибудь оставить на платформе. Если мои омары никуда не поедут, то я тоже остаюсь. Пассажиры Восточного экспресса не должны остаться голодными. Так, стоит ли вмешаться? Это достаточно? Недостаточно. Так, я не собираюсь голодать в самом роскошном поезде. Так, хорошо, разрешите проблему. Так, решить проблему персонала. Шеф-повар, кондитер не могут уместить все свои припасы в холодильнике. Следует силовым помочь, хотя бы ради собственных вкусовых ощущений. Хорошо, хорошо. Так, ладно, ладно. Идемте поможем. И что, мы грузить это будем все? Так, я благодарна вам за помощь. Холодильник на кухне не вмещает все продукты. Разумеется, основное блюдо важнее десерт. А, основное блюдо важнее десертов. Если мистер Мори отложит омаров, мы сможем пополнить запасы. Отложит? Фрея, ты просишь меня отложить омаров? Спокойно, друг мой, я уверен, что мы сможем найти решение. Это схема холодильника? Мою на нее взглянуть? Да. Он отказывается на нее смотреть. Так. Американка. Кондитер. Но. 27. 27 лет. Да, я уже 18 был шефом, так что держу в курсе. Так, давай посмотрим, что это такое. Ага, нужно сложить пазл, да? Так. А если мы... Во-сё-сё. Вот так. Так, не помещается. Если мы передвинем и... Ага, все равно не выходит, да? Все равно не выходит, хорошо. А как выходит? Так, давай, наверное, мы подвинем тебя пока весь. Вот так вот, потом... Ага. Окей, Арчи, давай. Думай.
Но все равно не поместится. Хорошо, давай все заново. Так, ребят, удалось таки решить эту загадку. Так, давайте ее подвинем вот сюда. И вуаля. Вы спасли завтрашний ужин, мистер Пуаро. Я приберу для вас лучшего омара. Буду ждать с нетерпением, месье, и вашего десерта, мадемуазель. Надеюсь, это была последняя загадка нашего путешествия, дядя Рой Пуаро. А сегодня у вас купе второго класса. В самом конце вагона номер 102. А завтра мы подыщем вам отдельное купе. Спасибо огромное, но лучше бы, наверное, сделали звук в игре более-менее нормальный, потому что что-то это вот... Ту-ту-ту-ту-ту постоянное. Так, Бог сказал, что мое купе номер 102, нужно найти его. Окей, давай попробуем найти наше купе. Мы же теперь можем зайти, правильно? Нет, не можем, мы сначала с тобой. Добро пожаловать, месье Пуаро, прошу прощения за задержку. Благодарю, месье Мишель, очень рад, что вы могли найти для меня место. Надеюсь, что в поезде со звуком будет нормальненько все. Так, номер 102, хорошо. Ага, 205, мне то купе, мне нужно купе номер 102. Так, ага, давайте осмотримся, купе первого класса, такие просторные, вот это роскошь. Ну да, согласен, ля, и кроватка есть, и душ походу, да, и душ есть даже. Прикольно. Нам бы такие вагоны. Так, прошу прощения, о, простите. Давай, двигайся. Не видишь, что идет. Так, заходим. Это сам месье Пуаро. Так, это у нас... Это у нас туалет, понял. Будем знать, куда бегать, крыться наперекур. У этой леди свой стиль. Эксцентричный, но элегантный. Я думаю, нужно будет все осмотреть. Потому что может нам пригодиться, да? Так, номер 102, хорошо. А вот и наш номер. Извините, мне кажется, вы ошиблись. Вы мистер Харрис? Нет, моя фамилия Маккуин. Я... Месье, в поезде больше нет места. Все готово. У вас верхняя полка. Отправляемся через минуту. Удивительно, но поезд набит битком. По вагонам. Слушайте, сэр, если хотите ехать на нижней полке ради удобства, то я не против. Не-не-не, не стоит. Я здесь всего на одну ночь. До Белграда. А, понятно. Значит, вы сойдете в Белграде. Не совсем. Это ты сойдешь в Белграде. А я буду ехать до конечной. Два раза. Так, кто смотрит меня с детками? Делают ли они ту-ту? Поезд ту-ту. Или нет? Не, ну красивый-то, согласен. Я бы, наверное, сам бы на таком бы недельку покатался. А может даже быть две. Так, убийство в Восточном экспрессе. Ну, в фильме я это смотрел. Я-то знаю, кто. Кто оказался убийцей. Хотите спойлер? Прошла ночь после отхода поезда из Стамбула. Наступил вечер второго путешествия. Второй дня путешествия, ага. Так что, если хотите, могу спойлернуть, кто был убийца в фильме. Дамы и господа, ужин подан. Вы можете присоединиться к другим пассажирам в вагоне-ресторане.
Да, давайте сходим. Так, нажмите Tab. Найдите Бука в вагоне ресторана. Нужно идти ужинать в вагон-ресторан. Там у меня будет шанс не только насладиться омаром, но и познакомиться с другими пассажирами. Хорошо, пошлите. Так. Тут явно Бука нету. Извините, месье. Пьер просил перед вами, что один пассажир сошел с поезда. Вы можете знать его место. Месье Бук поручил нам перенести ваши вещи в купе номер 202. В вагоне первого класса вам будет удобнее. Это правда? Благодарю, месье. Мистер Форше, месье. Блин, вот эта вот сцена напоминает мне Великий Уравнитель, вторая часть, как он тоже в поезде ехал. Примерно такой же самый вагончик был. Кто не смотрел фильм, можете посмотреть. Так, мое купе, ваша работа. Чем вы занимаетесь в Восточном экспрессе? Я отвечаю за вагон, бар и обслуживание пассажиров в вагоне-ресторане, так что не буду задерживать. Сегодня на ужин омар, так ведь? Так, где находится мое новое купе? Находится в дальнем конце предыдущего вагона. Ясно. Благодарю. Так, хорошо. Нет, не то. Как выйти? Как выйти? Ага, escape вернуться. Не стану вам мешать. До встречи. See you soon. See you soon, месье. Так. Что у нас здесь? У нас какой-то... Лам. Не. Нам, как говорится, не сюда. Нам дальше. Вагон, ресторан. Только я так и не понял по поводу предыдущего купе. Угу. Нужно осмотреться. Да-да-да. Бук, мы к тебе подойдем. Я сейчас хочу посмотреть. Верится на всю картину со стороны. Дружище, сидите за мой столик. Я взял на себя смелость заказать вам омара. Благодарю. Кажется, сегодня здесь вновь собрались все пассажиры. Эх, будь я Бальзаком, обязательно бы я писал эту сцену. Хорошая мысль. Вы согласны? Кажется, такого еще не писали. А ведь в этом есть свое очарование, друг мой. Нас окружают люди всех классов, всех национальностей, всех возрастов. Три дня эти совершенно разные чужие друг другу люди проведут вместе. Будут спать и есть под одной крышей, где не избежать нечаянных встреч. А спустя три дня разойдутся и пойдут каждой своей дорогой, которые, возможно, никогда больше не пересекутся. А нам, конечно, интересно наблюдать за ними, гадая, чем и как они живут. Дружище, я же вас знаю, даже сейчас ваш разум за работой. Мы устроим ему проверку. Так, например, что вы думаете об этих двоих? Так, а за какими именно двоими? Так, давай посмотрим. Я воспользуюсь ужином, чтобы понаблюдать за другими пассажирами и составить в уме их портрет. Хорошо, один из трех, окей. Нужно будет наблюдать за тремя, да? Сажаем. Давай за этими. Так, вы только почувствуйте мощь локомотива. Мы с легкостью поднимаемся в горы. Я кое-что понимаю в двигателях, и этот малыш совсем не промах. В поездах есть что-то такое особенно. Согласен, я торгую игрушками. Игрушечные поезда всегда на расхват. Причем не только у детей. А игрушечными машинами тоже торгуете? Конечно. Но поезда лучше, дружище. Чем вам насолили машины? Я вот представитель Фортуны в Италии. Мы производим электро... Автомобиль нового поколения. Фортуна Ференце. В честь Флоренции. Потому что она...
Так, конкуренты так часто на нас оглядываются, потому что... Нароком что-то там. Я не хотел вас задеть. Просто в поездах есть что-то волшебное. Так, водитель, садовник, торговый представитель. Наверное, 59, да. Француз. Но. Да ладно, только не решу тебе 35. Итальянец 35. Ладно. И снова, как обычно, прав. Так, этот громкоголосый джентльмен. Об этом можно судить не только по словам. Он верит в победу и в то, что победит именно он. Да, вы настоящий фокусник. Никаких фокусов, друг мой, просто результат наблюдения. Угу. Все равно сильно быстрые иногда диалоги. Ладно, давай за тобой посмотрим. Я ездил в гости к дочери, она работает в американском посольстве в Стамбуле. Я говорила, что там никогда не найдет себе что-то там. Я хотела на обратном пути посмотреть Париж. И она предложила поехать на этом позе. Скребу увидеть Париж. В кино он такой красивый. Но вряд ли она красивее... Ага, там я сейчас живу. А вы мисс Дебенхэм? Откуда вы родом? Я родилась в Соединенном Королевстве. В Англии? Так ведь? И кем вы работаете? Я учу английского, да? Детей. Вот что, хотела бы я знать какой-нибудь иностранный язык. Моя дочь говорит на нескольких языках. Я вам расскажу, чем она занимается. У нее такая важная работа. Так, Вательница. Она? Так, англичанка, американка. Ну? Что, не 23? 40? Да ладно, 40 лет ей? Чё-то как-то ладно. О человеке можно узнать, просто наблюдая за ней и послушав, что он говорит. Например, эта леди довольно сдержанная. Она мало говорит, замкнутая. Она что-то скрывает, а потому и не поддерживает разговоры, представляя это своей спутнице. Признаюсь, весь случай меня заинтересовало увиденное в Стамбуле, но я уважаю ее право на частную личность. Так, вы что-то там не представляете. Хорошо. Это наш Амар? Друг мой, один из лучших десертов, которые я когда-либо пробовал. Вы всегда любили сладкое, но это шедевр. Это гениально. Так, не понимаю, как десерт может быть настолько хорош. Хотел бы знать рецепт. Так, давай посмотрим. Так, не могу понять, что это за мороженое. Ванильно-лимонная. По-моему, лимонная. Вот видите, крапление, да? Кажется, лимонная. Взгляните, цедра. Точно, я думаю, что это такое. Так, давай дальше смотреть. Что это за красные ягоды? Клубника, малина. По-моему, это малина. Похоже на малину. В озорке глаз, Пуаро. Так, давай дальше смотреть. Это что у нас? Печенье. Основа десерта. Все остальное. Так, все остальное. Роскошное печенье, шоколадный мусс. Блин, а я не вижу, если честно. Это может быть все что угодно. Шоколадный мусс навряд ли. Может, роскошное печенье? Кажется, это роскошное печенье, друг мой. Точно подмечено. Так, Пуаро, мне неловко просить вас об услуге. Мой друг, я оказался в этом поезде благодаря вам. Чем я могу помочь? Десерт превосходен. Если бы... К сожалению, кондитер Мясниз не выдает своих секретов.
Но вы, друг мой, наверняка убедили бы ее рассказать мне тайну. Вы хотите, чтобы я говорил кондитеру рассказать рецепт? Вы же специалист по допросам. Бук, это всего лишь десерт. Это лучший десерт в мире. И вы, друг мой, сами сказали, что оказались в этом поезде. Стесняюсь напомнить. Ладно, ваша взяла. Опять. Чего не сделаешь для друга. Спасибо вам, Пуаро. Желаю удачи. Ладно, идемте узнавать у кондитера рецепт десерта. Ну, если не узнаю рецепт десерта, я думаю, она нам другом тоже пригодится в нашем новом купе. Добрый вечер, мадемуазель. Добрый вечер, сэр. Чем могу помочь? Сегодняшний десерт был просто великолепен. Я хотел лично передать вам наше с месье Буком восхищение. Благодарю вас, сэр. Месье Бук пришел в такой восторг, что теперь ему не дают покоя рецепт десерта. Прости, сэр, вы же знаете, шеф-повара не делятся своими секретами. Но вы помогли нам с холодильником. Так, а без места для моих ингредиентов не было бы и десерта. Так и быть. Вот и его рецепт. Сначала я растапливаю сахар, чтобы приготовить карамель. Затем делаю карамельные тюли. Потом между двумя тюлями кладу шарик лимонного мороженого. Выкладываю все это на ягоды из клубники. Поро, ты все же... Так, слишком легко поделился со мной заветным рецептом. Кажется, что она что-то скрывает. Так, сначала я распалил сахар, чтобы приготовить карамель, затем делаю карамельные тюли, потом между двумя кладу шарик лимонного мороженого и выкладываю все и на ягоды клубники. Ягоды клубники, по-моему. Спасибо, что поделились рецептом, но сомневаюсь, что вы используете клубнику. У вас зоркий глаз, месье Пуаро. Хорошо, какие же ягоды я использую? Так, это малина, по-моему. Вы используете малину, а не клубнику. Меня не проведешь. Вы правы. И мистер Бук не смог бы их отличить. Давайте перейдем к основе десерта. Моя любимая часть. Сначала я растопил немного сливочного масла, покрышил шоколад, добавил в него масло. Затем выложил смесь в круглую форму. Не оставил остывать, чтобы все застыло. Так, какое из этих предложений? Сначала рассыпал немного сливочного масла, покрошила шоколад и добавила его в масло, затем выложила смесь в круглую форму. Так, я оставила все, чтобы застывать. Покрошила шоколад и добавила его в масло. Блин, по-моему, про шоколад. Да? Или не? Или да? Или кто? Давай про шоколад. Так. Либо про масло. Ну, вообще-то... Я не знаю. Давайте... Вы точно покрошили не шоколад? У вас тонкий вкус. Вы догадались, какие ингредиенты я использовала? Так, кукурузные хлопья, меренги, роскошное печенье. Вот, роскошное печенье. Так, может смешать роскошное печенье с маслом, чтобы приготовить основу для десерта. Верно? Вы уже ближе к разгадке рецепта. Ближе? Так, тайные убийства было проще раскрыть. Осталось последнее испытание. Я уверен, что вы угадаете, в каком порядке я смешиваю ингредиенты. Если ответите правильно, получите рецепт. Мне было проще узнать, кто убил Роджера, чем ваш рецепт. Так, давай смотреть, давай смотреть. Так, ваниль добавляют непосредственно перед мукой. Яйца добавляют первыми либо последними. Это типа нужно разложить, да? Так, цедру апельсина добавить после муки. Так, это у нас ваниль, да? Вот так. Вот так, сахар и молоко никогда не добавляют одно за другим. Угу. Это что у нас?
это что у нас? Яйца и цедра апельсина в рецепты идут рядом. Ага. Не знаю, давайте сделаем вот так. Угадал? Да, угадал. Так, мои маленькие серые клеточки, как обычно, на высоте. Е-бэй-би. Так, вернуться. Как и обещал, я раскрою вам рецепт. Дайте мне 5 минут, и я его запишу. Благодарю. Я у вас в долгу. Та ты шо, и повеляла. Повеляла. Я могу воспользоваться случаем и продолжить наблюдение за пассажирами. Блин, я не хочу, потому что мы сейчас начнем опять эту диалоги читать. Вам понравился ужин? Я не привык к такой еде. Так, конечно, есть. Мы же не в 930 году. Не хотела вас обидеть. А вам ужин понравился? Омар недоварен, а картофель слишком сухой. Должен быть, как помощница княгини Драгомировой, вы привыкли к хорошей еде. Кулинария — это искусство. Чтобы быть художником, колпак шеф-повара не нужен. Какое ваше любимое блюдо? Так, переводчица, ассистентка. Лет, наверное, тебе 33. Нет, не англичанка. Немка, да? Во. Так, совсем изи было. Изи-пизи. Давай тебя послушаем. Я хорошо поработал над этим вечером, сэр. Должен закончить к завтрашнему утру. Что-то ты не слишком расторопен, Гектор. Простите, сэр, здесь работать не так удобно, как в вашем офисе. Радуйся, что ты вообще оказался в этом поезде. Так, секретарь. По виду тебе лет 40. И, наверное, ты американец. Yeah, baby. Вуаля. Держите, сэр, мой рецепт. Так, передайте мистеру Буку, что рецепт других десертов я не раскрою. Благодарю вас, мадмуазель. Я знаю, что он ценит вашу доброту. Обязательно передам ваши слова. Да. Все, мы с тобой закончили, малыха. Да, сэр. Где стала библиотека? Может, сегодня у меня? Обговорим другие рецепты. Но я думаю, да, малыха поплыла. Сегодня нам, кажется, скучно не будет. Здорово. Оро, вас так долго не было. Это оказалось сложнее, чем я ожидал. Чудесно, вам пришлось задействовать свои серые клеточки. Скорее, вкусовые рецепторы. Благодарю, друг. Ешьте свой десерт. Вы его заслужили. Добрый вечер, меня зовут Рэтчет. Кажется, я имею удовольствие говорить с мистером Эркулем Пуаро. Ваши сведения верны, месье. По ту сторону Атлантиды многие наслышаны о вас. Там, откуда я родом, быстро переходя к делу. Мистер Пуаро, я хочу предложить вам работу. Хотите заработать немного денег? Так, месье, стать моим клиентом не так просто. Берусь за редкие случаи. Конечно, я понимаю, но, мистер Пуаро, речь о крупной сумме. Очень крупной сумме. Так, бизнесмен. Лет тебе 62. Но. Испанец? Американец? Yeah, baby. Так, я снова прав, как обычно. Так, что вы хотите мне поручить, месье? Рэтчет? Мистер Пуаро, я богатый человек. Очень богатый. У людей моего положения бывают враги. У меня есть враг. Месье, мой опыт говорит, что у людей определенного положения
одним врагом дело не ограничивается. Да, понимаю. Враг или враги не имеет значения. Имеет значение лишь моя безопасность. Мистер Поро, моей жизни угрожают. Я человек, который может за себя постоять. Но постраховаться не помешает. Так, не забывайте, речь идет о крупной сумме. Увы, месье, я не могу принять ваше предложение. Что с ним не так? Извините за откровенность, но мне не нравится ваше лицо, мистер Рэтчет. А теперь, если вы не против, я бы хотел допить кофе в тишине. А в фильме, кстати, Джонни Депп играл мистера Рэтчета. Так что можете посмотреть кино, кто не смотрел. Так, лечь спать в новом номере, да? Где оно находится? Вот ты где находишься. Так, нужно пойти лечь спать в своем новом купе. Хорошо, 202, если я не ошибаюсь. Так, и оно находится в предыдущем купе. Так, ну что, Китя, зайдешь ко мне вечером? Либо не зайдешь. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. Угу, угу. Может, устроим ревизор, ребят, как вам? Так, а можно пройти мне? А? До холодильников, до других, либо нет. Ладно, ладно. Блин, а чисто у них тут? Даже не мог к чему и придраться. Хотя, меня не пустили к холодильникам, так что, возможно, там у них полный бардак. Да? По-любому молочку с мясом держите. И стикеров нету с датами. Так, бар, а мне нужен 202 номер. Все, спокойной ночи. Хотите что-нибудь выпить, месье Пуаро? Чашку кофе, месье Фошер, а потом пойду в свое новое купе. Уверен, там будет очень удобно. То-то. Мы остановились? Да, сэр. Мы в Белграде. Если хотите подышать свежим воздухом, сейчас самое время. Поезд отправится в 9:15. Я смотрю, там идет снег. Обойдусь без свежего воздуха. Думаю, это мудрое решение. Так, не желаете конфету, кофе? Их делает мой отец, лучший в шоколаде в Швеции. В таком случае не смею отказываться. Я уверен, вам понравится. И, пожалуйста, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Да, позови мне, как говорится, к нам в номер. Кондитера. Во. Это правильный ответ, да. Все просто идеально. Большое спасибо. Всегда пожалуйста, месье, вам что-нибудь нужно? No, merci. Блин, обожаю звуки поезда. Но их тут не слышно. Надо же, я думал, у вас уже нет в поезде. Вы же сказали, что сидите в Белграде. А тебя еб... Нормально, можете детям уши не закрывать. Тебе какая разница, где я сойду, слышь? Пухлый, ты чё? Ты чё, бык? Так, вы не так поняли. Но как же ваш багаж, он исчез. Его принесли в другое купе, вот и все. Вот оно как. Ага, а ты-то думал, что вечером будем греться, да? На верхней полке? Не для тебя мама цветочек растила, понятно? Так, спокойной ночи, месье Пуаро. Спокойной ночи. Типа делаешь вид, что ты работаешь, да? Понял.
Я косю, что я косю. Ладно. Надеюсь, вы выспитесь к утру, и голова перестанет болеть. Это всего лишь простуда. Пойду заварю себе чашечку кофе. Так. Донде стала библиотека? Так, и я. Спокойной ночи. Спокойной ночи, милая. Какая смелая девушка. Вот мужчина в соседнем купе, мистер Ретчета. Я ужасно боюсь, что-то с ним не так. Дочь говорит, у меня хорошая интуиция. Если маме что-то показалось, значит, оно так и есть. Этот человек показался мне подозрительным. Не нравится мне, что он мой сосед. Прошлой ночью я даже приставила к двери свои вещи. Мне показалось, он дергает дверную ручку. Так, ну кем бы вы ни были, я пойду почитаю перед сном. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мадам. Кем бы я ни был. Что ты себе позволяешь, слышь? Открой, я тебе расскажу, кто я. I am Batman. Посмотри на эти усища. Где твои усища? Покажи. Та ты шо, усики, пропуск. Так. Угу. Бонжур. Ой, лицо попроще сделай. Все, правильно, до побачення. Кажется, Миречет чем-то расстроен. Бойся называть меня по имени, понял? Смотрит она на меня. Вот и 202 номер. Так. Блин, я реально хочу покататься в таком купе. Так, ложиться спать. Ах, наконец-то настоящая кровать, достойная короля. Или уставшего детектива. Ля, модник какой. Че себе такие усища отрастить? О, как думаете? О. Мистера Ричита мэкнули. Так. Давай выйдем. Проверьте коридор. Мистер Ричит? Так, не беспокойте меня. Угу. Но я-то знаю, что произошло. Но я ж-то знаю, что там произошло. Так, а ты знаешь, что кто пасет, тот этот. Да, тот, как говорится, ложится с падки. Только в фильме у него еще было над нижней губой бородка. Из-за того, что его ранили на войне. И под усами, получается, он скрывает свои шрамы. Ну, кто, крыцы, был не в курсе и пропустил этот момент. Вот из-за чего он носит такие усища. Чтобы скрыть. Спокойной ночи, мадам. Так, все в порядке? Да, не волнуйтесь, вы же знаете миссис Харбард. Не представляете, что она мне сейчас устроила. Уверяла, настаивала, что ее в купе прячется какой-то мужчина. Представляете, месье, в таком маленьком купе? Разве там можно спрятаться? Я начинаю с ней спорить, говорю, что это невозможно. А она ни в какую, мол, проснулась и увидела в купе мужчину. Как же, спрашивается, он смел выйти. Так, но она даже слушать не хочет. Да. До нее сложно достучаться. Мы остановились. Мы застряли в снегу. Бог знает, сколько мы так простоим. Так, пришлось как-то целую неделю стоять. О-ля-ля. Пора возвращаться в постель. Спокойной ночи, месье.
Или то, что от нее осталось. Ладно, ложиться спать. Кем? Так я хочу сказать, да? Ну сколько можно?